Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной обалденный трэш с утра. Ну, на русском сервере как-то странно добавили коллекционера героев. Я немножко офигел. Паячий остров открылся и... Понятно, значки почета и коллекционер героев. Поэтому, кому надо, кидайте заявочки, вступайте. Говорю, вступайте, кидайте заявочки на роллинг. Я паролю обязательно после вчерашнего стрима еще не отоспался. В общем, такой вот коллекционер. Ну, чтобы он крутой был, я бы не сказал. Но кому нужны осколки, в принципе, вот ради эмблем. Ну, оккультиста убить тоже, в принципе, классный герой. Ну, такое, знаете, тут изворот для тыковки, в принципе, для других героев неплохо. Выживание. Плюс 20 осколков космо. Посмотрим, сколько у нас на это уйдет. С такого больше ничего у нас, к сожалению, ну и тратить с выгодой интересного нет. Но есть интересное на других серверах. Я, честно говоря, офигел. Поехали на английский сервер. Сейчас там глянем. В общем, на инглише тоже классные акции. Но больше всего меня поразило совсем не это. Такс. Ну, начали продавать опять пыльцу. Вчера ее не было. Огник. Вот уже 200. Короче, неплохие паки. Вот пак накопления за 5800. То есть за минимальный пак можно получить нормальный плюх. Если брать вот этот пак и тот пак, получается вместе... Так, за 10 баксов. Сколько у нас там получается? За 10 2600. Ну, надо за 20 брать. Ну, короче, бонусом нормально получается. Это накопление. Помимо этого, есть сегодня тоже остров и есть дискаунт и магазинные скидки. В дискаунте, видите, замедление есть. Сейчас я добавлю, немножко пощелкаю. Выживание есть и дар. Вот СУ говорю, СУшка. Я хочу пощелкать, посмотреть, что у нас за самики добавили. Так, это тоже 15 стоит, но не дешево, скажем так. Давай рандомчик. Да блин, запарили. А, вот выживание. Ну, видите, не за самое. 20 стоит. Ну, недешево. Нормально бы скидочку выбили. Но все равно ничего не надо. Да, я что-то думал, что будет хоть что-то. Ну, сундуки. Это было шопинг спри, тоже довольно-таки неплохой. Вот кто хотел донатить, можете сегодня донатить, куча хороших плюх есть возможность сегодня получить. Такс, вот посмотрите, сундуки, зефирка 2. Ну, здесь поинтереснее, чем на русском сервере. 6 2 300. Нифига себе. Скины. Ну, огника можно собрать. За 10 баксов купить еще одного, потом собрать. Так, но это не главное. Поехали на самое интересное. Поехали на немецкий сервер. Здесь просто трэш творится. Реально, у меня, знаете, даже желание просто тупо создать здесь без доната и бегать здесь.
потому что реально сервер обалденный. Помимо того, что здесь календарь, сейчас я вам покажу. Смотрите, какой календарь. Это действительно классный календарь за вход. Помимо этого, оккультист, ребят, целый оккультист, можно достать целого сразу же. Ну, это понятно, за донат. Космо, ну, то есть эти герои можно достать за донат. Это еще не все. Самое интересное дальше у нас. Хрусталька. Ну, хрусталька такая. С одной стороны печальная, но уже вторые сумочки. Но вот это вот просто жесть, ребят. Посмотрите внимательно наверх. Это пират. Это просто мега пиратище. Землеройка можно достать. То есть 1200. Эмблема 9. Плюс вторые, ребят. Вторые сразу же сумки Огника. Плюс вторые сумки на розу. Вот посмотрите, как обалденно. Имея 1200 самов, можно вытащить. Плюс скин топовый. Ну, остальные плюхи такие себе. Но вот этих первых 4 плюхи, это просто жесть. Вот давайте, сколько у нас там, 700 есть. Сейчас посмотрим, может, что-то здесь есть. Конечно, это не за 1200 у нас. У нас больше ничего не открыто с достижений. А, можем, кстати, травку повырубать. В общем, это просто обалдеть. Вот ребята спрашивали. А, ну тут фигню дают. Ну, сейчас попробуем по максимуму. Я вряд ли набью. $987. Издеваются, 20 тысяч за кустик. Сейчас попробуем, но максимум я не знаю, что я смогу вытащить. Конечно, за 1200 было бы неплохо ударить на таком-то пирате.
Да, маловато. Ну ладно. Давайте еще попробуем. У нас тут нечего пробовать, это молодой аккаунт. В общем, поехали. Попробуем хоть так, по 150. Посмотрим на удачу. То есть попыток 20 камней. Конечно, 1200 было бы интереснее. Но я думаю, шанс есть. Кто играет, напишите, какой шанс, кто вытаскивал, сколько за сколько. Ну, видите. Не хочет. Сейчас я попробую. Попробую перейти еще на один аккаунт. Может, там самики есть. Есть. Сейчас мы кое-кого скоммуниздим самоцвета. Ради контента. Но все равно здесь не играет. Но накопились, накопились. Блин, очень интересно посмотреть. Давайте по 1000. По 1200, ребятушки. Ну, орденов, посмотрите, сколько насыпало. Не дала. Да зато, блин, расходники какие падают. У, скин дала. Обалдеть. 6 косамов. Ну, все равно. Я думаю, кому-то удача-то и улыбнулась. Напишите в комментах, кто бегал, играл. Ну, вот такие даже плюхи. За 6к это просто мега эпически, я считаю. Реально очень круто. Особенно по орденам для этого аккаунта. Просто жесть. 600к орденов. Обалдеть. Так, окей. Поехали дальше. Еще пройдемся по некоторым серверам. В общем, напишите комменты, что вы думаете по поводу этого пирата, кто в него играет и кто что вытащил. Но пират просто эпически обалденный. Мне он очень понравился. Реально крутой. Так, что у нас тут есть? Так. Так, и бутику продают. Гемо. Короче, тут ничего такого интересного нету. Испания у нас. Ну, пакетик накопления, посмотрите. Неплохо тогда. Розу можно получить, топовые плюхи. В общем, вот так вот, ребята. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Ну, блин, ты реально очень крутой. Пираты и акции. Все, всем удачи, всем пока.